Я в музее Гванчий в Лас-Пальмасе. Это такая антропоморфная фигурка. Оказывается, у них были какие-то такие идолы. А дома они строили из камней. Вот. Причем камни использовали так, что они использовали никакой глины, никакого цемента, ничего такого. Вот так их дом был устроен. Просто удивительно. Вот такой себе дом был у людей. Потрясающе. Так просто строили и привет. Очень интересно. Музей Гуанчи. Кто здесь жил на Гран-Канарии? Дома из камней, всякие штуки. Вот так выглядели их первичные эти самые обиталища. Как у нас в каком-то Мангупе. Такие вот штуки интересные. Очень здорово.